После кишиневских таксистов на протест вышли их коллеги из северной столицы. Они говорят, что после увеличения стоимости метана работают в убыток. В администрации таксопарков при этом заявляют, что поездки подорожают. Тем временем Совет по конкуренции приступил к проверке компании, поднявшей цену топлива. А представители правительства заявили, что повышение обосновано. Бельские таксисты сегодня не вышли на работу из-за повышения более чем на 4 лея за литр метана. Как сообщает портал Nordnews.md, водители утверждают, что им не на что содержать свои семьи. Мы не справляемся, будут машины стоять, потому что ничего не выходит, еще в убыток себе работаем. Лучше пускай не скинут. Что тарифы? Люди и так не имеют денег. И поднимутся тарифы, вообще люди и так мало людей. Вообще пока уже ничего не выходит. Что будет дальше? Деньги просто уходят, как бы. Сейчас только вот смотрите, на 205 лет заправился и работы. Как? Работы нет. Газу скумпешты дано и крем в лазеру. Компания «Трансавтогаз», управляющая большинством метановых заправок, сообщила в пресс-релизе, что на повышение повлияло увеличение закупочной цены на газ и стоимости электроэнергии, необходимой для работы компрессоров. Подорожание топлива на АЗС оправдывает и вице-премьер Андрей Спину. Факт, что газ метан имеет тенденцию к росту, это как-то резонабельно, ценен конт де факту, что прецу де акизиция газа для луна януаря, знаем, что тата лумя, что а крескут. Ценен конт, что прецу на газ метан а крескут, как-то есть логика, что креска un pic и călătoria с таксиу. Если прецу на газ метан не va scădea, тогда s-ar putea să apară aceste scumpuri. Нацагентство по регулированию энергетики не согласно с этими повышениями. НАРЭ обратилась в Совет по конкуренции с просьбой проверить деятельность «Трансавтогаза» после роста цены на метан до 17,6 за литр.